31 октября прошлого года 16-летний пермский школьник Егор Новиков и его мама шли в магазин и услышали крики о помощи. Обернувшись, подросток увидел, как на одну из прохожих напал мужчина и отобрал у нее мобильный телефон. Школьник среагировал мгновенно. Он вырвал из рук грабителя гаджет и вернул девушке. Злоумышленник постарался скрыться, но Егор начал преследование. Уже в соседнем дворе он догнал нападавшего, 46-летнего ранее судимого мужчину, и сумел удержать его до приезда полицейских. Сейчас Егор учится на токаря. В свободное время занимается баскетболом и смешанными единоборствами. Молодой человек готовится к службе в армии.